так как в 2011 в том же рейтинге мы занимали 88-ю строчку. Жизнь и проживание Рига обгоняет такие города, как Вашингтон, 107 место в рейтинге, Киев, 102, Майами, 110, Берлин, 106, Гонолулу, 116, и даже столицу богатой Саудовской Аравии Эр-Риад, 123 место. Таллин в новом рейтинге консалтинговой группы Mercer Human Resource среди самых дорогих городов мира занимает 131 место, а Вильню 148. Вообще, самым дорогим городом мира для иностранцев по версии консалтинговой группы стал Токио, обогнав столицу Анголы Луанду, сообщает BBC. На третьей строчке оказался японский город Осака. Москва заняла в рейтинге 4 место, замыкает пятерку самых дорогих для туристов городов Женева. В качестве точки отсчета принималась стоимость набора товаров в Нью-Йорке. Между тем, согласно другому, тоже международному исследованию, Латвия далеко не самая миролюбивая страна мира. Австралийская аналитическая организация Institute for Economics and Peace составила ежегодный